Добрый день, меня зовут Олеся Вишнякова, я являюсь представителем компании «Аптома», менеджер по дистрибьюции в России и странах СНГ. Сегодня посетители Integrated System Europe предоставляется уникальная возможность увидеть на нашем стенде самые последние уникальные новинки проекционного рынка. Это новейшие проекторы 4К, это сверхмощные, сверхяркие лазерные проекторы, а также другие инновационные проекционные решения для дома и для профессиональных инсталляций. На нашем стенде в зоне домашнего кино мы рады продемонстрировать две новые модели 4К проекторов от компании «Аптома». Это бюджетная модель UHD-40 и лазерная модель, лазерный проектор UHZ-65. Проектор UHD-40 – это новая модель, бюджетная модель с разрешением реальным 4К, с поддержкой HDR и интерфейсом HDMI 2.0. Лазерный проектор UHZ-65, модель была удостоена многочисленных наград и обладает потрясающими характеристиками и создана, собственно говоря, для ценителей домашнего кино. Проведенное в ресторане время должно запомниться посетителям не только вкусными блюдами и очаровательными десертами, но и эмоциями. Лёгкий шеф – это впечатляющий 4К-мэппинг, выполнен с помощью 4 лазерных проекторов «Аптома» UHZ-65. И согласитесь, то, что ожидать свой заказ, смотря прекрасное анимированное 3D-шоу – это всегда интересно.